Кирилла, святейшего патриарха Московского и сия Руси. Христос. Яко ты си во истину Христу. Очищается раб Божий. Александр. Рождество Христово вечное. Но там закрыты двери. Там места для Иисуса нет. Вдруг явился ангел Божий. И благую весть принес. Слава Вышне к Богу и на земле мир. Спаситель людей родился. Пойдем, поклонимся святому воде. Во-первых, всех поздравляю с праздником Рождества Христова. Очень рад, что сегодня здесь, у нас в станице Новоаннинской, мы отпраздновали именно со всеми воскресными школами Новоаннинского благочиния, да, праздник Рождества Христова. Я очень рад детям, но самое главное, что мы все-таки тоже должны понимать, что Христа надо славить. Вот всегда в традиции православной церкви, и здесь, и на нашей земле, обычно праздник Рождества говорили как: «Христос рождается», отвечали: «Славите». Вот я предлагаю, чтобы все вы славьте Христа. Как его славить надо, да? И, конечно, своей жизнью, своим добрым отношением друг к другу. Это на самое главное. Вот так и прославляйте Христа. Своей любовью друг к другу. Вот желаю вам, чтобы вы всегда Христа прославляли. Он будет всегда с вами. С праздником!